какой, раз я тебя уже звоню. Думаю, представляться, кто я, нет смысла. Мужик, по-моему, ты мне что-то не договариваешь. Ладно, ты о чем? Я слышал, что роботы сгорели. Но я видел здесь вчера. Они пытались меня убить. По-моему, ты не выспался. Я считаю, что тебе стоит днем поспать. Нет, нет! Я же тебе говорю, я вживую их видел. Ты точно в этом уверен? Да, я в этом точно уверен. Я могу тебе сделать фото. Окей, да. Я думаю, мне тоже будет тебе что рассказать. До встречи. Позвоним потом, все отговорю. А, и сразу говорю, кстати, после ночи тебе надо будет пойти в аркадную зону и починить порог.
Ну давай, показывай. Ну, как я и думал, слишком тупой у него был план. Кого? Слыхал о Джейке? Ну, вроде да, я что-то о нем слышал. Кажется, умер. Ну, как бы да, но как бы нет. Не понимаю. В общем, еще давно, когда только сделали всех роботов, Джейк бесследно исчез. Все его считали мертвым и об этом даже написали в газете. Никто ничего не подозревал, все спокойно продолжали работать. Но вот незадача. Потом случилась эта трагедия. И
Джейк, как я понимаю, думал, что все погибли. Однако, на его удивление, мы остались живы, я и еще пару сотрудников. Он намекнул, что ему надо разобраться с тобой, и что тебе надо впарить любую чушь, лишь бы ты не догадался. И если мы тебе что-то расскажем, то нам явно не поздоровится. Интересно. А я-то ему зачем? Я не знаю. Но, полагаю, на то есть причины. Вообще, мне это все надоело, поэтому предлагаю его поставить уже на место. Завтра я тебе объясню все поподробнее. А пока что иди, отдыхай. И снова ты здесь. Надеюсь, при прошлой нашей встрече ты мои слова воспринял всерьез. Твои действия уже поставили точку невозврата. Теперь тебе остается только ждать. Еще не могу сказать, разве что у тебя мало времени. Давай, бывай. Давай сразу к делу. В здании есть где-то заколоченная комната. Я думаю, ты найдешь ее. Мне кажется, там Джейк должен был держать то, что ему было нужно, но то, о чем никто не должен был знать. В мастерской поищи лом. По идее, он должен быть там. Не знаю, заметил ты или нет также, но в планшете у тебя появился запас энергии. Директор по какой-то идиотской причине захотел отключить электричество. Видимо, сэкономил. В общем, просто держи в голове, что энергия у тебя не бесконечна. Также стоит упомянуть, что детективы приступили к делу и подозревают тебя. Надо найти еще вещей, чтобы доказать, что Джейк все подстроил. И также, чтобы отвести тебя от дел. Ладно, разбирайся со всем. Я позвоню после смены.
Ладно, иди почини электричество. Там будет нужен пароль. Запоминай. 015462. Давай, удачи.
Беги, пока можешь. Прятаться от меня, каянный. Да я тебя все равно, козла, найду. Эту запись, знайте, я Джейк, один из двух сотрудников кафе «Шарик» его друзья. А, честно, то что я был один из моих лучших дней. Меня наконец-то приняли на работу. Теперь мне нужно взять роботов, маскотов для заведения. Это так интересно. Скоро будет выступление с моими роботами. Это чудесно. Наконец я покажу миру, на что способен. Я уже сделал одного из маскотов, и он выглядит прекрасно. Возможно, я похож на 5-летнего ребенка, которому подарили игрушку. Но мне лично все равно. Сейчас я начал делать второго маскота. Ладно, конец записи. На связи снова я. Сегодня я ходил на работу, просто познакомиться с другими работниками. Сначала они мне показались неплохими, но они те еще мудаки. Мне их компании очень нравится. Начинают орать друг на друга по любому поводу. Так они еще и вмешаются в моих аниматроников. Да как они смеют хоть что-то исправлять в них? Я считаю, что мои творения и так идеальны. Я вкладываю душу в них, а эти наглые инженеры смеют вмешиваться. Хочу их проучить, как следует. Сегодня я начал воплощать свой план в жизнь. Я хочу спустить повентиляции газ и повысить температуру. Это будет очень замечательно. Мои роботы точно не пострадают, я уверен. Но эти грязи... Да пусть они сохнут, мне уже задолбали все глупые шутки из головы. Еще и сегодня приходил новый охранник. Пусть его... Даже... Отлично! У меня получилось! Они не получили того, чего хотели! Я теперь им покажу, кто тут лучше всех! Данное сообщение предназначено сотрудникам заведения «Шарик» и его друзья. Если эта кассета попала в руки иного человека, не являющегося сотрудника, просим отдать ее. Привет, мои многоуважаемые сотрудники. Хочу вам сообщить, что в скором времени, к сожалению или к счастью, мне придется всех уволить. Я думаю, вы все помните, что случилось несколько дней назад. Хотя, я думаю, такой кошмар никак нельзя не запомнить. В общем, мне придется вас всех уволить в скором времени, а здание снесут. Роботы, скорее всего, пойдут на металлолом.
Это необходимо, так как сейчас у ресторана не очень хорошее экономическое положение. Спасибо за понимание.